Что вы, вашу мать, молчите? Вы понимаете, что просмотры не растут? Вот ты. Ты что, не мог выложить ссылку у себя на странице? Я еще раз спрашиваю, как я могу выложить ссылку на госуслугах? Георгий Черданцев. Вы понимаете, что мы делаем классное шоу в тандеме, но просмотры не растут. Гар Дмитриев. А давайте попросим какой-нибудь крутой телеграм-канал нас репостнуть. Например... Красиво. А есть кто-нибудь крещеный? Не классика. Парни, нужен такой канал, чтобы после репостов только о нас и говорили. Дмитрий Медведев. Понимаете, у нас были крутые просмотры только тогда, когда мы сделали пародию на фильм. Поэтому сегодня я и собрал вас в фильм. В фильме «Джентльмены из тандема». Так давайте снимем что-нибудь новое и попросим денег у Кирилла. Мы пробовали. Кирилл, привет. В общем, нужны деньги на новый контент. Дело в том, что у старого падают просмотры. Охренеть. Вот столько денег нужно, чтобы вот это снять? Эта страница – это только Черданцев. И непонятно, где он теперь. Нам нужен хайп. Может, у Брокбойс украдем еще Соснина? Извините. А что, из Брокбойс можно украсть только Соснина? А кого еще? Ты что, не узнал? Это же Дима Егоров. А. Парни, ваша выпивка. Девушка, а можно повторить? Повторяю, я в этой вашей футбольной херне бесплатно сниматься не собираюсь. Где нам взять болельщиков? Тандему нужна аудитория постарше. Здесь кто-то сказал аудитория постарше? Брата, ну не настолько. Старые киси тоже киси? О, Прохор, кайф, ну все? Теперь надо будет только играть в футбол, разбираться в футболе и очень много тренироваться. Парни, нам нужно что-то срочно решать с просмотрами. У нас заканчиваются люди. Короче, есть идея. Мужики, с этого момента тандем только на ВК-видео. Тандем. Извините, а 12-й автобус скоро подойдет?